Доброго времени суток, дорогие друзья, продолжаем наше прохождение. Сейчас будем захватывать Украину. И захватывать ее будем для молдаван. Так. Разместим здесь артиллерию. Даже вот здесь лучше будет. Если тут надо будет назад увести пехоту, ну ладно, поехали. Этого я не ожидал. Положение очень плохое. сломать тяжелую артиллерию. Все, это конец. Опять бандит. Надо было в этот дом залезть и отсюда стрелять. Мы к ним не подошли. Так. Изъяли из герцога Фердинанда. А в красном тут стрелки с Эстерхази, по-моему. Ну. Кассинеры, супер солдаты. Который косит просто всех. Это не кассинеры. Использованная земля, на которой можно строить фермы. Это позволит увеличить доход области и темпы роста населения. Ну куда он может идти? Sie verstecken sich hinter ihren Weibern! Befehle! Truppen Vorwärts! Nachschub sammeln! Mein Lord! Vorwärts! Für Krone und Vaterland! Eure Befehle, Majestät? Männer! Vorwärts! Linke Seite! Marche! Männer, vorwärts! Так. So, eure Befehle? Linke Seite, Marsch! Ja, mein Lord. Bereit machen! Marsch! Ну, это у нас готовы. Das geht nicht, General. Ладно, сейчас этими можем. С предателем торговать можем, пока поторгуем. Видишь, какой мазы. Так, ты чё? Здесь построим школу. Euer Majestät? Сюда у нас пошла артиллерия. Так, эту артиллерию надо сюда завести. Так что у нас наша гамбелиточка, да? Жозеф Эстерхази. Так, тут сколько? Растет. Armee! Halt! Melot! Не нравится они мне. Meine Augen gehören euch. Etwas, die Nacht. Не убит Франция их. Euer Majestät, untersuche Ziel. Niemand wird Verdacht schöpfen. Танц. Нет, Испания не воюет. Мне надо милиции торговать. А, не точно, я куда хотел, я хотел флотом идти сюда. Венеция. Так, ну что, поехали дальше. Использованная земля, на которой можно строить ферму. Это позволит увеличить доход области и темпы роста населения. Конечно, давай, все строим. Не нравится мне эти немцы под мою границу. Школа молдавана. Даешь школу молодого. Так, сюда. Я боюсь подойти сюда, конечно. Так. В этом форте в настоящий момент нет гарнизона. Если так будет и дальше, он станет легкой добычей для противника. Уже не станет. Одного сюда. Одного прусака. Geheimhaltung. Mein Motto. Euer Majestät, niemand wird etwas erfahren. Noch eine Mission? Что у него тут интересно? Казаки. Конные сердики мазепы, шведская пехота. Следующий ход атакуем это объединяем. Ну, давай нам построим здание, построим школу военную, не военную, обычно, чтобы их военные технологии были. Так, флотик наш. Да, мой лорд, он. Наш флотик плывет сюда. Сюда. Давай мириться, дурачок. Технологии. Взрывные заберу. Вот так вот сделаю. И заплачу тебе еще. Блин, мне нужна война с ним. Он сможет Венецию выбить, я думаю. А может нет, посмотрим. Так, что я хотел? Тут мне дороги, по-моему, здесь строятся. Да. Эту армию я хотел, мне надо поделить. Сюда зайдет артиллерия. Мне, значит, надо будет сюда закинуть кавалерию. Но кого? Возможно, карабинеров? Да, наверное, пускай будет карабинер. Значит, армия карабинера у нас. Кавалерия, я имею в виду. Здесь у нас кто? Здесь у нас егеря. И здесь егеря. 4 егеря. Пока... А здесь у нас будут курдские гусары. Давай наймем еще гусарик. Одних. А потом одних этих егерей поменяем на... Как их зовут? На кирасер. Вот. Так, тут армия нашлись, тут подходит. 4 эти отряда я выведу. Посадим в баги. На всякий пожар. Мало ли эта армия сюда ударит. О, говорит, привет. Так, тут янычары Речи Посполитой. Поняли? Намек. На османский. Подлиз. Россия тут она граничит своей территорией, граничит тут сюда. Возьмем ему. Шведом мы торгуем из датчан. Армию отсюда мы забрали. Надо будет, кстати, сюда армию привезти. Этих Эстерхази. их 6. В принципе, можно к этим 6 прикинуть, еще эти 4 докинуть. Лучше мы гренадеров туда поставим, конечно, немножечко. Так, любимые полки на Эстерхази, да? Так, поехали. Так, силочка. Зачем мне силочка? Мне нужна не силочка, мне нужна коксовые печи. Любой флотик. Монголы были разгромлены. Первый раз мы видим, что морал в том содержала. Сейчас новая курс нужны корабли. Eure Befehle, Majestät? Weitere Befehle? В этом форте в настоящий момент нет гарнизона. Если так будет и дальше, он станет легкой добычей для противника. Я думаю, да, мы идем все-таки. Удар будет справа, правый фланг. Так, друзья, немножко жопа. А жопа это гора называется. Хотя напомню, что справа будут подкрепления. И мы можем встретить подкрепление. Так, подождите, я подумаю. Здесь я поставлю конные батареи. Обычными батареями вывести сюда. Посмотрим. Теперь подумаем. Так, вроде я не прав, конечно, но я думаю, мы готовы. Много кавалерии, если они сейчас врубятся в наши ряды, будет очень плохо. занять эту гору, и с горы вести обстрел. Следующим стрелем кавалерию крылатых. За 20 минут я дополнительно. Так, я, кстати, поменял дым. Очень тяжелый, но другой. Вроде как бы должен нормально выглядеть. Потемнее немножечко, не то что голубой. Так, я боюсь вот этого удара во фланг, на самом деле. Французские высоты какие-то. поможем. Не, пока мы тащим. я уверен, что это последний их не полк. Баланс, смотрите, какой. Давайте подсобим. Да, некрасиво стоят, на самом деле спрятались. Что, конечно, зацепил он конной артиллерии. Все смешались, люди, кони. Берман тут писал. Последний, оказывается, их не было. Пехоту одну надо вербовать. Денег нет, вот мы все делим. Угу. Заказывали текстиля. Жаль. Уберу, потому что боюсь. Земля, на которой можно строить фермы. Это позволит увеличить доход области и темпы роста населения. Думаю. Это расчетик сделаем. Хорошо. Так, эти убежали. Армия Евгения Савойского готова, я считаю. Зачем нам 3 гусарских? Наверное, нечаянно нажал. В принципе, нормально. Теперь еще сделаем так вот. Мистер Поляк, предложим тебе мир и торговлю. Все. Да, оно не нападет, он закрыт мной. Кстати, с Крымом могу торговать по земле. Сделаем вот так вот. Ну, это знаю, что это уроды крымские, но... Извините, мол, по земле теперь торгую с Крымом. Вот сюда куда это? Наверное, везем. Вот тут, наверное, находится у нас рынок. Наши грузы сюда, и купцы съезжаются, и они съезжаются. Фермы. Арендуемые фермы. Немировские угодья. Немиров здесь находится. Немиров водяра, по-моему, такая. Так, здесь у нас карабинер. Флот наш, о котором я забыл. Наносит сюда, сюда. Усиливаем. Наносим удар здесь. Иду в погоню. И заключаю торговлю с португальцами. Жуану. Вот это имя. Не поймешь, мужское или бабское. Ладно. Заключили все. Предлагаю теперь здесь мир. Они нас посылают, как положено. Марат предлагаю торговать. Смотрю. Маратха торгует. Пока тут все нормально. Но надо флот отправить нас. В Европе у меня тоже пока все нормально. Давайте посмотрим вторить. Во, мы обошли Русь. Нас спустим и столкнем. Осман. Вот на месте Османа я бы не воевал бы с Австрией. Я накопил бы здесь группировок. И здесь группировок. И ударил бы одновременно отсюда и отсюда. Потом армию бы кинул одну сюда, вторую сюда. Так, Франция у нас. Это баги, забаговались бойцы, 100%. Не разбагуются, когда они покинут территорию. Ну, либо они мир подпишут, не знаю. Но все в порядке, с Польшей мы торгуем. Польша потеряла слишком много, я считаю. Не граничит между собой, да. Да, не отрезал. Все-таки надо этого назад забирать в союзы, чтобы ждать войны от Польши. Чтобы поляки с немцами начали вести войну. Так, фермочки где-то наши. Majestät, bereit und in Erwartung von Befehlen. Так, Гудья, Разнора, ага, понятно. Ну, пока да. Eurer Lordschaft, mein Motto ist Diskretion. Да, Франция, жук тебе. Маратха. Ой, Маратха, как я устал уже от тебя. Сколько тут? 63. Я, мой лорд. Глянем одним глазком, что в Москве творится. Euer Lordschaft, eure Augen und Ohren. Noch etwas, Euer Majestät. Heimlichkeit ist meine Spezialität. Euer Wille? Блять, меня все равно войну убивает. Или же времени. Текстиль. Вот здесь нужен порт. А вот не существует физически. Тут порт. Тут вот два. Это мои. Так, давайте посмотрим на немцев. Что за технология? Принципати меня с ними. Если на помощь больше к нам не придут, больше не позову. Так. Теперь мне надо как-то Ганновер забрать, вот этих троих товарищ. Вот Рейланд. Рейланд, где? Что-то не вижу. Виттенберг — это мой союзник. Вот с Финидой, чего мы с вами умеем? Давайте мириться. А еще и осман союзником стал. Понятно все тогда. Объявить войну. Так, Виттенберг пошло против нас. Виттенберг, значит, два протектората это будут у нас готовиться. Так, в этом форте в настоящий момент нет гарнизона. Если так будет и дальше. Думаю, нам Евгения хватит вполне. Так, теперь мы возвращаемся домой. Недолго музыка играла, и нам забил осман. Самое фиговое. Он взял наш порт. Мы тут автор сделаем. Все, плейтник, хорошо. Befehle, Schiffsbefehle erhalten. Один потеряли, один получил. Так. Наш флот идет на... Сразу же дарим по торговле бьем. Ну, все логично. Так. Вот тут армия. И тут не подкрепление идет. Сначала, потом туда. Посмотрим, что... Wie kann ich euch dienen? Niemand wird etwas erfahren. Heimlichkeit ist meine Spezialität. Соборы, конечно, красивые сделали. Горит, потому что тут швед шарится. Если бы они выбили Украину, ой, этого Хмельницкого, было бы с ними торгануть. Мы торгуем с Польшей, с Гетманатом и с Крымом. С Украиной торговля такая у нас идет. Торговля 13 тысяч, ну это понятно почему. Да, это понятно, это наш косяк. Две армии. Эти баганы, значит. Красота тебя поет. Ту-ду-ду. Eure Befehle, Majestät? Bereit machen zur Schlacht! Sie sind in der Falle! Truppen, bereit und in Erwartung von Befehlen. Bereit für Befehle. Vorwärts für Krone und Vaterland. Yes, Sir. Linke Seite, Marsch. Auf Position, Euer Majestät. Siedlungen belagert. Noch etwas? Halte Augen und Ohren offen. Beobachte eure Feinde. Unterwegs. Noch eine Mission? Schiffsbefehle, Captain! Делегации! Пойдет. Siedlung wird belagert. Belagerung wird fortgesetzt. Так. Поляки нам тут не мешают. Так, друзья, это наш Евгений Савойский. Эти холмы долбаные мне мешают. Да, эти парни часто спасают, но сейчас ними мешают. Так, допустим, немножечко поближе. Я думаю, его разобьем, хоть его надо на 1700 человек больше. Я заранее отдаю ему этот холм. Не, ну это реально, ну тупо сделать, что артиллерия стреляет. Мы достигли определенной мощи. пользу. ускорили, смотрите, прогубило это их. Надо немножечко по-другому ставить. Нам нужны разрывные снаряды и ядра. Надо их расстрелять до того, как они подходят. Тогда вот есть уверенный шанс. В области есть неиспользованная земля, на которой можно строить фермы. Это позволит увеличить доход области и темпы роста населения. Одно конное, две такие. Давайте-ка по егерям подумаем. Здесь один отряд, здесь два. Halt! Die Belagerung ist vorbei! Так, здесь два, здесь один, значит сюда три. Три эскадрона, еще вот этих. Euer Majestät. Luken schließen! Ну че, Турик, давай мириться. Да ты ничего не сделаешь. Ну ладно, сиди в банкротстве. Так. Украина, Венгрия. Я могу максимум это дать 20 000 для найма дальнейших войск. Это могу. А так нет. Ну, значит, их не будет бульбовар. А то, что Франция их выбила, да? Да, но их не войска. А, вот это я выбила, наверное. Морда какая, генерал. Так. Торговля. Сюда надо было. Ладно, верну. Да, где-то по 3 отряда на кавалерии иметь, да и все. Euer Majestät, die Nacht ist meine Verbündete. Доводить до банкротства опять. Так. Мы, кстати, тут все вроде построили, что могли. Давайте поговорим с ребятами. Так, понятно, для чего. Ладно. Раз. Опять 25. Чего ж ты к вам не придет, а? Ну давай все уже отдам, я уже не знаю. Корабли все равно не можешь строить. Посполитая. Речь Посполитая со шведами помогают. Ничего нету. Так, друзья, к сожалению, мы были разбиты. Вот здесь вот. Belagerung läuft. Yes, Sir. Zu den Waffen! Siedlung wird belagert. Bereit für Befehle. Schlachtlinie bilden. Sir! Belagerung läuft. Так, тут да не нанимает, Шведка нанимает. Да найм у нас идет. Давай так. Пятый раз меня интересует. Сюда. И донаем одного корабля, вот такого. У нас даже... Почему одного? У нас должно быть их 12. У нас сколько? 4. 5, 6, 7, 8. Ну, 3 на 4, 12 же. 8, 9, 10, 11. Вся всего 10 мы могли. Значит, вот так вот. Я забыл про лимиты, к сожалению. Откуда-то поплыл. Was wünscht ihr? Niemand wird Verdacht schöpfen. Баганы. Сухо Деку. То, что такое было когда-то, не помню. Помните, я армию распускал. Датчане, по-моему, забагались вот здесь, где-то на территории. Или здесь. Так. Предлагаем мир. Тут монет требуем. Я хочу, чтобы мне не платили дань, они не хотят. Переход. Наверное, тут проведем бой и заберем тогда вот этот кусок. Друзья, у нас ночь. У нас ночь. А это Константин. У них в гарнизоне, как мы помним, дохрелион просто ближнего боя. Сейчас они нас будут гнуть. Нас будут гнуть в любом случае. Поэтому станем как-то вот так. К сожалению, тут нет гор. В горах могли бы спрятаться. Чё, это куда мы будем стрелять? Вот так вот хочу. Дадут залп, мы будем убегать. Дайте так, попробуем. Немножечко ускорим. Смотрим. Будем бить сюда, потом дадим картечью, а потом будем, если чего, убегать. На самом на этом фланге. то, что эти не убежали, ты их пробил. Отказ был. Стреляй. Да иди еще дальше. Садитесь быстрее. Возьмем с другой стороны. школу только. Уходить. Тучи красивые, серебряные облака. Ну ничего, я думаю, не замерится. Будем опять торговать. Не хочу пока забирать Мэлью. Заберу чуть позже. Посмотрим сейчас какой год, кстати. Заберем чуть позже. Сейчас они стрелки, а нет, стрелки. Палки наши подарок. Давай, ребят, сюда тут артиллерию еще раз разложим. Немножко. Так, построились первые дороги, а может не первые. Так, у меня такие дела. Здесь мы подписали мир. Ребята нас проатаковали. Они нас проатаковали. Мы, соответственно, сделали авторасчет. После авторасчета они подписали мир. Вот. Здесь я хочу довернуть. Мне нужны полки, которые погибли сейчас под Константинополем. Также кавалерию сюда все. Артиллерия одна погибла. Этих ребят мы занимаем одну артиллерию. Это, к сожалению, флот я разворачиваю сюда. Где тут меньше всего? Пускай туда флот. Итого, осман. Осману предлагаем мир. Предлагаем платежи, точнее требуем. 10 ходов. Я думаю, не согласится. Ну правильно, что, осман. султан, шайтан, да, все дела, будет платить нам дань какому-то императору. Скажет так, ха, тьфу, в лицо ему и все. Так, здесь, значит, мы добились нашего успеха. Предлагать торговлю будем сейчас. Ну, даем торговлю, технологии. Ага, хорошо. Значит, сделаем стандартный ход. 3000 монет на восстановление. Хотя, заметьте, я им предлагал 20 тысяч за протектор. Не согласен. Теперь у нас протектора за 3000. Идем сюда. К сожалению, Ганновер не поддержал, но Ганновер я тоже хотел бы тяпнуть. Тяпнуть под себя, подмять всех вот этих вот князей немецких. Егеря себя хорошо показывают, я вот доволен уже какой раз. Егерями я доволен. Здесь, возможно, будет высадка планеты. Сделаем вот так вот. Предложим 50 тысяч этим товарищам и торговлю, и платежи 50 тысяч. 3, 4, 5. Мне надо, чтобы они напали на Венецию. Ладно, предложим вот так вот. Снаряды не дам, конечно. Вот так-то дам. Платежи предложу все деньги свои. Ребят, делают для того, чтобы они напали на Венецию. Не хочу воевать с Венецией, я хочу, чтобы их съели. Согласились. Ну, правильно. Пускай будут мои морские объекты. Все, это хорошо. В случае, если на нас нападут, мы зовем союз. Я надеюсь, что он здесь всех захватит. Такой у меня мерзкий план. Поехали. Земля, на которой можно строить фермы. Так, это позволит увеличить доход области и темпы роста населения. Если я не ошибаюсь, да, университеты мы изучили. США Великобритания ведет войну. Так, появилась США, значит. Пенсильвания. Тут индейцы кругом. 12 колоний вообще не осталось. Индейцы всех зарезали. Фермочка. Прибыл флот. Хочу хапнуть, что конкурент вымышлял. Торговля 2022. Linke Seite, Marsch! Так, сюда. Был тоже, была вторая. Я думаю, они сейчас мир подпишут. Предлагаю мир. Платежи. 10 ходов требую. Ладно. Так, 4 полка сюда должны дойти. Почему 4? И одна пушка. Да, и одна пушка. 3 похода, одна пушка. Так, нападение торгов. Британскую идут. Да, что-то я хотел еще. Мараткой хотел попробовать поторговать. Да, торгую. Меда у России, конечно. Благо мы тут торгуем. Давайте убьем священника. А тут, кстати, армия моя где? Стоп, где моя армия? Сюда. А, вот она. Угу, и сюда кавалерия. Так, где эти кавалеристы? Наймем других, конечно. И сейчас будут драгуны. Или это карабинеры были. Стоп, кто это у нас? Да, карабинеры. Не драгуны. Не, ну я думаю, пока нормально. Тут у нас превосходство в любых ситуациях. Тут уже проблемы в стране, это хорошо. Антипатия Орден Святого Иоанна. Ну какое лицо? Как у поляка. Нет, смотрите-ка. Не как у поляка, значит как у саксонца. А нет, поляк саксонца. Август 1 государь, смотрите-ка. Август 2 государь. Тут ждем, что нас нападет. Умрет, когда наш Габсбург, Леопольд, начнется война за наше наследство. И мы на Испанию подтянем всю нашу силу, которая есть, а именно, в основном это Венеция. Именно, чтобы Венеция здесь потерпела крах. Или же Испания захватит Венецию. Посмотрим. Мне интересно, что Франция. Франция с нами торгует. Худой. Не знаю. Куда это нас там? Я с ними вражда и воюют они до сих пор с Аксовой, да? Но ему удалось отбить свою столицу. На это на самом деле меня рад. Стоп, они строят казармы. Неужели у них есть технология? Но... Нет, у них есть технологии. Технологиям, возможно... Франция, Маратху посмотрим. Не может она, Франция не может, Британия. Британия тоже не черта. Британии, кстати, дадим вот этих вот технологию красных мундиров, потому что им воевать с индейцами. Саксонцы. Понятно. Баварцы. Не дадим пока ничего. Вютемберг, антипатия, но они под нами. Тоже пока ничего не дадим. Новая Испания. Даем артиллерию, стрельба шеренкой для индейцев. Вот этим вот ребятушкам тоже даем. Так, этим колонии тоже мы даем. Колонии мы дали. 13 провинциям. Также надо дать технологии, потому что их индейцы практически выдавили. Тут у нас есть такие ребята, как Соединенные Штаты появились. Вот они. Кто это такой? Тобин Эшкфорд. Президент. Так, эта армия наша будет продвигаться. И мой шпион. Где-то тут лазил, вот он. Пойдет посмотреть, что там, один глаз. Так, Западная Пруссия осталась, Вирджиния, Румелия, Бранденбург. Вирджиния, Венгрия. Остались немцы. Какова задача? Значит, задача-то война с Польшей мне нужна. И нужна война с этим, как... Ой, друзья, я уже забыл. С испанцами, вот. Посмотрим наших министров. Никак не увеличивается этот министр, значит мы его выгоняем. Что у этого товарища? Казна 1, плюс 1, управление казна минус 1. Религиозный бунт, управление. Давайте 52 года, потом посмотрим весельчак. Вот давайте весельчака молодого. Молодого весельчака сюда поставим. В области достаточно велик для возникновения нового города. Но это же великолепно. Рост численности связан с разумным балансом продовольственного обеспечения и налогов. Чем больше в области ферм и рыболовецких флотилий, тем быстрее растет население. Высокие налоги провоцируют рост детской смертности среди низшего сословия. Здесь, где у нас второй университет? Вот он. Марокко, Маратха. Мне надоело. Стоп, откуда эти бойцы? Вот отсюда эти бойцы. Ну, в принципе, я считаю, у нас все хорошо. У нас стабильное государство, стабильная экономика. Марокканский султанат, почему? Что, испанцы с ними войну начали с Марокко? Да. Смотри, сколько флота у Марокко. Испанцы их громят. Так, ну что, где наши вражуни? Этому предлагаем мир. Сколько у него врагов, конечно, благодаря нам. Россия, матушка, все, загнулась. Так, здесь кто у нас совует, понятно. Где наши враги? Вот он. Предлагаю мир. Протекторат. Угрожаем. А мне говорит, иди в жопу, Леопольд. Поехали. области есть неиспользованная земля, на которой можно строить фермы. Ну я же только заключил союз, но блин, почему нельзя мне объявить его? Ах. Опять заключил его. Неужели как вот тяжело бить мне войну? Марокко разгромлен одним ударом. Матвеечка вышел, разгромил и все, и ушел. Сейчас он попрет сюда. Давайте убьем кого-нибудь. Auftrag wird erfüllt. Das ist nicht meine Stärke. Ну не убили. Три. Тут все нормально. Тут. Здесь пока не вышли на стычку. Но я надеюсь, их выведу нас. Ехали дальше. Так, денежки у нас подошли. Строим кузницу. Что можно нанимать интересного в Львове, Украины? Горское ополчение. Андура сегодня ничего. Прибыл. Так, теперь я хочу, чтобы Испания объявила войну. Хотеть не вредно, как говорится. Орден Святого Иоанна, Португалия. Пока Португалия с нами торгует. Но надолго ли, неизвестно. Святого Ордена Иоанна он может и здесь разбить этот флот. И загнаться сюда. Испанцы, да их никак не достанут. Я, мой лорд. Диверсант делает диверсию. Второй его прикрывает в этом направлении, подстраховывает. Все успешно. Убьем кого-нибудь. Хорошо. Euer Majestät. Нет у них школы здесь. Вот где у них школа. Любой месяц построить. Летом модик такой. Швед. Тут армии много, я думаю, их бы выбили. Ужас. И получается раз, два, три кусочек. Но у него есть вот тут армия, я думаю, они займут нас. Надо эти куски оттяпать и жить. А, тут все тихо. Неприятель. Пока сидит. Ну и мы посидим. Друзья, на нас выходит И у нас Хоффман. У него 3500. Ну, как всегда, вот эти вот ребята. Особенно вот эти вот кассинеры нам наваляют. У нас есть подкрепление. Спозерявших герцога Фердинанда. Ну, посмотрим. Но это будет уже следующая серия. Всем спасибо, кто был с нами. Пока-пока.